второй ежегодный профессиональный форум по развитию жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье на базе Одинцовского филиала МГИМО был проведен впервые. Темой для обсуждения стали актуальные вопросы, связанные с услугами ЖКХ. Жители с этим сталкиваются каждый день, постоянно обращаясь за услугами ЖКХ. Они каждый день должны получать их нужного качества в соответствии с установленными стандартами. И форум приближает нас к цели, поставленной губернатором. ЖКХ должно меняться в лучшую сторону. Участниками форума стали заместители руководителей муниципалитетов по вопросам ЖКХ, представители ресурсоснабжающих организаций, директора крупных управляющих компаний. По словам спикеров, в дальнейшем база Одинцовского филиала МГИМО позволит проводить занятия и обучение профильных специалистов на регулярной основе. Специалисты у нас сегодня, понимаете, которые просто не понимают, чем отличается капитальный ремонт от текущего ремонта, чем отличается капитальный ремонт от реконструкции и так далее. Коллеги, будем вместе учиться. Мы здесь тоже не семи пядей во лбу. Вот. Просто хочется, чтобы мы это познавали в учебном процессе, а не когда приходят проверяющие органы, счетная палата, главно-контрольное управление или еще хуже правоохранительный орган. К тому же обсудили планы и задачи на будущий год. Затронули важную тему тепло- и водоснабжения. Принципы, которые я озвучил, должны определять состав мероприятий и объектов, которые мы делаем в 2017-2018 году. У нас стоит амбициозная задача по 100 практически ВЗУ с запасом станции очистки сделать в 2017-2018 году. Но не просто их воткнуть куда попало, а решить те проблемы, которые поставили перед нами надзорные органы. По итогам форума профильные специалисты должны были пройти тестирование. Такая практика позволяет Министерству ЖКХ Подмосковья определить компетентность местных руководителей. Анна Пряхина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».